На крыльях успеха юные актеры из 21-го лицея завоевали награду самого престижного областного конкурса «Дебют». Мужичка того недремлющая стража взяла, на расспросе объявил этот странный тать, что клянется смастерить два великих крыла. На конкурс театральная студия «Зазеркалье» представила поэтический спектакль «Крылья», в основу которого легли стихи поэта Рождественского. За звание лучшего театрального коллектива вместе с первоуральцами боролись 15 профессиональных театров и студий, в которых играют дети и подростки. Для студии «Зазеркалье», которая существует почти два десятилетия, участие в конкурсах такого уровня – дело не новое. Их неоднократно признавали лучшими даже на общероссийском уровне. И в этот раз жюри, в состав которого входили профессиональные актеры, режиссеры и сценаристы, отдали первое место нашему коллективу. В прошлом году мы заняли второе место, в этом году первое место. Это раз, мы растем, мы развиваемся, мы качественно улучшаемся. И два, мы очень много работали, и мы считали, что эта работа заслуживает высокой награды.